Мы находимся на 30-й юбилейной выставке «Продэкспо-2023». С нами бренд-менеджер компании Falcon Capital Corp. Ванюшина Марина. Здравствуйте, Марина. Какой товар вы представляете? Здравствуйте. У нас уникальный продукт на рынке. Здесь мы представили наши, в принципе, новинки. То есть это сосиски, произведены по канадским технологиям, добавлением канадских специй. Это докторская колбаса и ветчина. Все сделано из курицы. У нас 75% мяса. Все халяльное, без ГМО. Поэтому я считаю, что у нас продукт даже вам стоит попробовать. Попробуем мы обязательно, но хочу узнать, что вы новый игрок на российском рынке. Когда вы появились, какие у вас планы на будущее? Появились мы вот только этой осенью, в сентябре мы вышли на Россию. До этого мы уже представлялись и достаточно популярны в странах, где преобладает халяльная продукция, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Вот, поэтому вышли сейчас мы на Россию. И хотим продвигаться уже в крупных сетях, представляться. Так что планы у нас максимально грандиозные в эту сторону. И к тому же, я все еще говорю, попробуйте нашу продукцию, вы поймете, что это того стоит. А для какого ценового сегмента вы производите продукт? Средневысокий премиум-сегмент у нас. Потому что, как я сказала ранее, 75% мяса стоит того. А где сейчас в России можно увидеть и купить, попробовать ваш продукт? Сейчас в мелких торговых сетях. Так уже хотим сотрудничать с более крупными. И, в принципе, сегодня уже на выставке в предыдущие дни все смотрели, пробовали. И я думаю, у нас все получится в этом направлении развиваться, расширяться. Скоро увидите во всех магазинах нашей большой страны. А откуда вы берете сырье? У нас сам завод в Вологде. А сырье у нас российское. То есть вы сделали полный цикл производства своего продукта на территории Российской Федерации? Да, да, полностью у нас все делается в России. Большое спасибо. Пожалуйста.